Школы, детские сады и вузы обяжут вывешивать на зданиях государственный флаг России. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым с 1 сентября 2024 года все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории государственный флаг Российской Федерации. Флаг должен будет находиться там постоянно. Закон коснется всех детских садов, школ, колледжей, техникумов и вузов, независимо от формы собственности. Сейчас требования о постоянном размещении госфлага распространяются только на общеобразовательные школы.